Я рад также всех приветствовать от имени компании «Башинком», от лица нашего директора Кузнецова Вячеслава Ивановича, от себя лично. Ну, наша компания вообще директором была организована в 1991 году. Наш директор является вообще кандидатом технических наук, и когда он создавал данное предприятие, он был нацелен на создание именно живой органической продукции. У него основная цель стояла это, то есть производство препаратов и для себя потребления. На сегодняшний день мы также имеем у себя на производстве небольшие производственные участки, где мы для своих сотрудников выращиваем овощной набор, так называемый. В хозяйственной сотрудничаем мы в Башкирии, который выращивает для нас органическую пшеницу, из которой мы печем хлеб для наших сотрудников. Производим гречиху, производим грязовой подсолнечник, так как тоже сами потребляем. Также в республике у нас реализуется проект такой, директор, он называет его «Жизненький», когда мы, получается, с личными подсобными хозяйствами сотрудничаем, даем им бесплатно препараты, даем им семена, и они выращивают органическую продукцию. Также мы начали проект в прошлом году по агроклассам у нас в республике, когда тоже, получается, уже дети на приусадебных участках выращивают, получается, продукцию по нашей технологии, и также мы потом эту продукцию анализируем. Эту продукцию мы, помимо того, что, как говорится, анализируем просто на урожайность, наш директор поставил нам задачу, мы смотрим витамины, смотрим минералы, то есть мы делаем более глубокий анализ данной продукции. Он нам говорит, допустим, ну вот выращены, допустим, на нашем приусадебном участке, сходите там купите вот у этой бабушки, она там рядом с вами выращивает, и сравните, как получается у вас по минеральному именно витаминному составу. То есть данное направление мы у себя в республике развиваем, но развиваем пока внутри компании. В республике, я говорю, пока это у нас двигается только в личных подсобных хозяйствах. Таких крупных органических хозяйств, как в Воронежской области, у нас, ну, к сожалению, пока нет. Ну, наши препараты, которые сертифицированы в органик системе, это биологическая защита от болезней, это серия фитоспоринов, микробиологическое удобрение, это Биоз-АФК, Ризобаш, Стерня 12, Хозяин плодородия, Триходермикс, кормилица Микориза, серия препаратов гуминовых, это гуми и биологический прилипатель, биолипостим, но дальше по этим препаратам я еще чуть подробнее быстренько пробегусь. Планы наши на следующий год, получается, мы получим органические сертификаты на инсектицид биологический, это Биверикс, биологический инсектицид Туринбаш А, так мы его называем, это контактно-кишечный препарат, Стрептобаш, то есть сейчас мы уже препараты, получается, которые ведем в регистрацию, мы параллельно на них получаем уже органические сертификаты. То есть Стрептобаш мы получим и сертификацию, и органический сертификат. Также получается микробиологическое удобрение Экстра ПС и Микориза жидкая Башинком. Ну, дальше хотел быстренько пробежать по препаратам, которые у нас в системе органической сертификации зарегистрированы уже. Это фитоспорин АЖ, биологический фунгицид, мы его так называем биологический фунгицид трехкомпонентник, потому что он содержит три компонента. Получается в своем составе это бациоцитулис, триходерма, лизаты, полисахариды и аминокислоты. То есть данный препарат у нас многие и химики его используют, они его используют именно за счет содержания аминокислот, они его добавляют в баковые смеси, так как он быстро растение вытаскивает после стрессовых ситуаций, да, как в этом году были это возвратные заморозки, вытаскивает из стрессовых ситуаций после гербицидных обработок, ну и использует также органики успешно, то есть результаты все видят и все довольны. Ну, это его сертификат, механизм действия я останавливаться не буду, потому что, понимаю, все уже сегодня устали. Следующий наш препарат – это стерня-12, это наш биодеструктор по разложению стерни. Это на основе также грибов триходерма. То есть на сегодняшний день также многие потребляют, как и химики, для разложения стерни. Получается, убрать, чтобы токсическое действие после химии, так как мы знаем, что после действия химии все равно на последующую культуру, чтобы убрать, то надо обрабатывать. То есть данный препарат используется опять-таки и химиками, и органическими производителями. Так, ну это состав, механизм действия. Но презентации мне сказали, что они будут в свободном доступе. Кому-то, если подробно надо будет, можете обратиться, посмотреть какие-то вопросы. Дальше мы уже вас прокомментируем. Препарат Биоз-АФК – это консорциум живых бактерий. Это азот, фосфор и калий мобилизующие бактерии. То есть это все находится, как говорится, в одной канистре. И это препарат для, как говорится, для получения отдачи от внесенных ранее удобрений и от получения от отдачи, получается, удобрений вносимых уже. Ну, биохимию это тоже механизм объяснять не буду.
Дальше серия гуменовых препаратов наших, то есть там здесь представлен только гуми-20-калийный, так и у нас есть гуми-20-М, гуми-20-М натриевый и так далее. Ну, это опять-таки механизм действия данных бактерий. Триходермикс, препарат получается на основе водорослей и на основе гриба триходерма, очень хорошо он зашел тепличникам, они его используют с капли, то есть капли ничего не забивается, сами форсунки тоже не забиваются, тепличники хорошо им работают именно для пролива почвы, для обеззараживания почвы. То есть отзывы на сегодняшний день у всех тепличников отличные, но в открытом грунте я вам сразу скажу, что его используют не так активно, опять-таки это как для обеззараживания получается почвы, но больше у нас для обеззараживания почвы мы пропагандируем стерню 12, а для тепличников получается именно триходермикс. Кормилица микоризы жидкая, то есть это серия препаратов на основе микоризных грибов, то есть на сегодняшний день тоже прекрасные результаты. Микориза как работает и механизм действия, я думаю, объяснять пока тоже не буду, если кому интересно, тоже объясню позже. Хозяин плодородия с кормилицей микоризы, это уже получается больше идет для сельхозтоваропроизводителей, это гранулы, обогащенные био-АЗФК. Получается, они у нас гранулированные, что есть более технологичные, позволяют их применять совместно на посеве, в туковых сеялках, совместно с семенами при посеве. Биологический инсектицид Туринбаша, это у него регистрация появится, получается, на следующий год, как я сказал. Это контактно-кишечный, получается, инсектицид, работает как контактно-кишечный. То есть на сегодняшний день тоже уже он применяется нашими получается, сельхозтоваропроизводителями крупными, неоргониками, то есть убивает и капустную моль, и рапсового цветоеда, в принципе, и жестко, и чешуйчатокрылых берет, отзывы везде прекрасные. Боверикс же, это у нас идет уже инсектицид биологический, он у нас уже идет больше контактного действия. Дальше серия препаратов, это у нас энтомофаги, то есть, опять-таки, это больше для тепличников, это Amblyseus cucumeris, Amblyseus pontederensis. Ну и дальше механизм действия, также останавливаться на них не буду. Это вот получается фотография с оценки состояния озимой пшеницы агрохолдинг такой мажор агро, менеджер агро в Тульской области. Мы в этом году весной были. Сам директор наш Кузнецов Вячеслав Иванович данное мероприятие посещал, осматривал. Ну и здесь вот предприятия, которые работают по органик продукции именно по Воронежской области, с кем мы непосредственно сотрудничаем, это Мирошник, Ткачев, Нива, Банов и Кириллов. Ну, здесь наш представитель по Воронежской области Алексей присутствует. То есть, если какие-то вопросы есть по данной области, он вам может дальше подсказать, дальше проконсультировать, как говорится, на сопровождение дальнейшее взять. По другим регионам, пожалуйста, можете обращаться к нам. Я по любым, у нас получается на сегодняшний день практически 60 субъектов представительства есть. Наши специалисты везде вас проконсультируют, объяснят, где что, как применять, подскажут. У меня коротко все. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники этого замечательного мероприятия, которое нам устроила Светлана Николаевна и с ее коллективом. И за это ей большой респект. Я представляю компанию «Биотехагро». Находимся мы в городе Тимошевске. Значит, организована она в 2004 году. В этом году нам 20 лет. Вот. Ну и производя наши препараты, мы помогаем и органическому земледелию, и, естественно, интегрированному. Мы, вообще-то, считаем, что органическое земледелие, да, оно развивается, все больше набирает оборотов и так далее, но пока больше, на небольших площадях и так далее. Но если в интегрированном земледелии мы заменим одну химическую или две химических обработку на биологическую, это уже большое дело, и в том числе влияющее на качество продукции, ну и, естественно, на здоровье нас, наших детей, внуков и так далее. Значит, мы работаем со многими научными учреждениями, их более 20, в общем-то, можно сказать, от Калининграда до Камчатки. Производим мы не только биопрепараты для растениеводства, но и для животноводства. Для всех видов животных, начиная, в общем-то, от птицы, там, КРС, и заканчивая, в общем-то, пчелами и рыбами. Поэтому, такой широкий спектр применения. Значит, производим мы порядка, на сегодняшний день больше 3000 тонн
препаратов, а в принципе до 5000 тонн микробиологических препаратов. Ну, к сожалению, здесь не очень видно, я, наверное, так. Значит, производим мы растениеводческие препараты для растениеводства. Это биофунгициды, биоинсектициды, инокулянты, микробиологические удобрения. Биофунгициды – это такие препараты, как BFTIM, BSK-3, линейка геостимов, которая разделяется там А, Б, ну, то есть семена, деструкторы, на бобовые культуры, то есть инокулянты. Там у нас, ну, препарат есть такой геостим FIDGE, где у нас и инокулянты, и фунгицидная часть, и стимулирующая туда. В общем-то, ничего не надо больше добавлять. То есть отлично себя зарекомендовал, и в том числе и по цене. Вот. Препараты содержат разные штаммы микроорганизмов, как грибные, так и бактериальные. Вот. Разные консорциумы. В том числе есть микробиологическое удобрение GSTIMFIT G, где это азот, фосфор, калий, как бы мобилизация. Применяется практически во все обработки, очень хорошая эффективность. Значит, у нас отработаны различные схемы от защиты практически на всех культурах. Ну, если в интегрированном земледелии, там где-то мы заменяем одну обработку, где-то две обработки, то есть это интегрировано. А в органическом земледелии это чисто биопрепараты, и как бы применение их зависит, и кратность их зависит, в общем-то, и от климатической зоны. То есть, как бы, вопреки, так сказать, распространенному мнению о том, что когда сухо, жарко, биопрепараты не работают, это не соответствует действительности. Поэтому в зависимости от климатических условий, где, так сказать, больше осадков, естественно, фитосанитарная ситуация, она там сложнее, поэтому и обработки делаются чаще. Ну, если такие культуры, как сад, виноград, то там в пределах 7-10 дней. Ну, теплицы, закрытый грунт. Полевые культуры, там кратность обработок ниже, то есть меньше. Вот. Ну и опять-таки все зависит от мониторинга, на что мы стараемся обращать большое внимание, потому что, ну, как-то химики там привыкли, препаратом химическим отработали, и, в общем-то, голова не болит, как они говорят, да, то есть по схеме какой-то отработали, есть там, нету, если что-то не получилось, в общем-то, так сказать, фирмы найдут причину, почему там не сработал этот препарат. Как правило, они всегда выигрывают. А если там присутствует биология, то все свалят на биологию. Как правило. Вот. Поэтому мониторинг имеет большое значение. Мы проводим агросопровождение обязательно. Особенно, когда мы заходим в хозяйство, то есть предоставляем препараты на безвозмездной основе для того, чтобы провести там испытания, для того, чтобы производственники могли убедиться в эффективности этих препаратов. То нам, вообще нам это очень важно. Мы же как бы никуда не убегим. У нас производство, где 60 человек работающих, и как бы бежать нам некуда. Нам важно, чтобы производственники видели эту эффективность и целенаправленно, разумно применяли эти препараты. Если говорить о применении чисто вот в органическом земледелии, то мы давно сотрудничаем с компанией «Биохутор» с Алексеем Ивановичем. Давно, больше десятка лет точно. Вот. Ну и сейчас у нас Агронова, это у нас Лабинский район, новые такие предприятия, там площади как бы такие серьезные. Ну, в этом году они уже тестируют и как бы берут наш препарат. Инситим – это инсектоакарицид. Кстати, мы сейчас регистрируем Инситим плюс, где мы ввели новые штаммы, в том числе по работе с нематодой. И как бы
идет регистрация, надеемся, что к следующему сезону у нас эта регистрация закончится. Сейчас идет регистрация, у нас препарат GSTM-SP, это производство сухой триходермы, то есть результаты очень хорошие, и как бы, ну, они испытаны в производстве. И идет регистрация препарата BFTIM улучшенный, где мы также добавили ряд штаммов, вот, в том числе как бы составы, работающие против, эффективно против бактериозов. Мы давно, так сказать, плодотворно работаем с компанией, с институтом масличных культур, с НИИМКом. То есть много лет, где мы испытываем наши препараты на различных культурах. В данном случае это соя, подсолнечник, рапс, горчица, как бы где отрабатываем, ну и разные составы, и эффективность их вот на этих культурах. И они, в общем-то, нам настоятельно порекомендовали провести регистрацию препаратов, в том числе по бактериозам. То есть, ну и дабы не задерживать всех, я все-таки хотел остановиться на одном вопросе, который в последнее время я смотрю и, так сказать, в сетях кругом комментируется по поводу применения триходермы. И ее сделали чуть ли не каким-то монстром, которая выживает в любых условиях. То есть ее не надо заделывать. Ее можно производить в бочке, на производстве. Ну, в общем, я хочу, в общем-то, сказать о том, что, ну, это дискредитирует вообще биометод. На самом деле, в общем-то, эти микроорганизмы, это почвенные микроорганизмы, и почва для них дом родной. И если вы их внесли, ту же триходерму по пожневным остаткам, то ее обязательно надо заделывать. Почему ее нельзя днем, даже не будем говорить о том, что это там ультрафиолетовые лучи и так далее. Просто это мицеллиально-споровый препарат. Мицелий просто высохнет, который сразу работает. И если вы его не заделали в почву, то есть, ну, это, в общем-то, бесполезная работа. Поэтому в обязательном порядке ее необходимо заделывать. То есть это вечернее ночное время, и к утру вы должны заделать. То есть работая вот триходермой по пожневным остаткам. Ну, кстати, у нас препарат, у нас три там штамм, как бы деструктора. Это GSTM чисто триходерма с азотобактером. Это GSTM FitB, где там идет 4 литра на гектар, 4 штамма, в том числе деструкторы, бациллярные там штаммы, деструкторы, которые усиливают и деструкцию, и фунгицидную часть. Вот. И сухая триходерма, которую я уже сказал. То есть вот эти условия, это вот не верьте никому, что вот внес, и как бы там, когда пройдется, тогда и заделайте. Это неправда. Поэтому вы должны четко вот это понимать. Все, спасибо. Больше не буду задерживать ваше внимание. Нет вопросов, Сергей Борисович. Добрый день, коллеги. Меня зовут Виталий Калинин. Я представитель компании «Бионоватик». Вкратце расскажу о нашей компании. Наша компания, наше производство находится в городе Казань, Республике Татарстан. Компания занимается производством, внедрением и разработкой биологических средств защиты растений. При производстве биологических средств защиты растений очень важно соблюдать чистоту производства для того, чтобы получить препараты высокого качества. Для этого мы в нашем промышленном комплексе установили ферментеры фармацевтического уровня, то есть там сталь, которая отвечает самым высоким требованиям, чтобы не происходило никакой коррозии. Мы максимально автоматизировали производство, чтобы убрать человеческий фактор, насколько это возможно. Мы установили асептическую линию розлива, чтобы убрать всю постороннюю микрофлору и чтобы наш потребитель, сельхозтоваропроизводитель, получал продукт очень высокого качества. В последнее время органическое земледелие очень сильно набирает обороты, очень сильно становится популярно. Также и интенсивное земледелие, очень большой спрос нам предлагает на биологические средства защиты растений. В связи с этим наша компания
уже много лет подряд увеличивает наши производственные мощности в связи с огромным спросом. Поэтому мы стараемся оперативно по первым запросам поставлять сельхозтоваропроизводителям нашу продукцию. В Казани у нас есть свой научно-исследовательский центр, в котором мы разрабатываем новые и поддерживаем в работе существующие препараты. В Краснодарском крае у нас свой инсектарий и свои производственные площадки, которые позволяют нам круглогодично проводить необходимые исследования. Органический метод и производители, которые его придерживаются, очень часто сталкиваются с проблемой реализации продукции. Это обусловлено тем, что нужно подтвердить именно качество, подтвердить, что она была произведена биологическим методом. Мы на практически все наши препараты получили международные сертификаты ЦРС. Это сертификаты, которые приняты во всем мире, и они подтверждают качество продукции. Они легализованы для производства именно органической продукции. То есть, применяя наши препараты в своем производстве, вы можете реализовывать продукцию не только на территории Российской Федерации, но и осваивать новые рынки сбыта. Наша продуктовая линейка, вкратце ознакомлюсь с ней, регулятор роста Biodux, мобилизаторы питания Органит P, Органит N, это азотофиксирующая бактерия и фосфор-калий мобилизатор, микробиологические фунгициды Органика S, псевдобактерин 3 и Органика F, микробиологические инсектициды Bioslip BV, Bioslip BT, инокулянт для сои Органит Риза, деструктор остаточных гербицидов Рестарт, деструктор стерни Органит Стерн и наши новые разработки – это системный фунгицид Системика М и почвенный инсектицид Bioslip MT. Сегодня хотелось бы более подробно остановиться именно на защите растений. В органическом сельском хозяйстве огромное количество плюсов, и которые сейчас, и которые будущим поколениям будут приносить пользу. Но один из главных – это оздоровление почвы. Почва – это живой организм, и исключив применение химических пестицидов, исключив применение минеральных удобрений, происходит оздоровление почвы. Улучшается структура почвы, стабилизируется почвенный микробиом, повышается количество почвенных микроорганизмов. Но, к сожалению, это не дает нам защиты растений от негативного воздействия патогенов. Наша компания разработала свою схему защиты растений, фунгицидную. И основа этой схемы, первый этап, это работа с почвой. У нас есть препарат, почвенный фунгицид Органика F. Мы применяем этот препарат и рекомендуем его применять для снижения патогенов фона в почве. Препарат на основе хищного гриба. Гриб, попадая в почву, колонизирует максимально возможное пространство, подавляет и вытесняет патогены, за счет чего снижается патогенный фон в почве, повышается количество супрессоров. Оздоровление почвы очевидно. Этот слайд показывает, что за применение органики F за один год мы можем снизить патогенный фон в почве до 15%. Ну, это спектр действия, здесь, скорее всего, будет не видно. Ну, основное действие препарата направлено на подавление именно грибных заболеваний, возбудителей грибных заболеваний. Все болезни на растениях начинают, так сказать, их атаковать с почвы и поверхности почвы. То есть в почве содержится огромное количество микроорганизмов, есть как положительно влияющие, так и отрицательно влияющие. И для того, чтобы защитить корневую систему, в начале, когда растение начинает расти, корень начинает делиться, это считается, является очень уязвимым местом для поражения патогенами. Наш препарат Органика S – это фунгицид пролонгированного действия. Данный препарат находится в споровой форме. Мы рекомендуем применять его для обработки семян и в ранние периоды вегетации. Для того, чтобы препарат фиксируется в резосфере, так сказать, колонизирует корневую систему.
начинает выделять антибиотик и не подпускает, чтобы патоген подошел к корневой системе и начал ее заражение. Также препарат фиксируется в прикорневой зоне растения, что не позволяет патогенам подняться из почвы вверх на растение и заражать его. Но заражение растений происходит не только из почвы, но и по воздуху. То есть с соседнего поля или с соседнего участка к нам по воздуху могут прилететь споры, либо мицелий гриба. И для того, чтобы защитить вегетативную массу растений, у нас есть контактный фунгицид. Это псевдобактерин третьего поколения. Это живые бактерии, которые, попадая на растения, сразу начинают выделять антибиотик и не допускают заражение растения, не допускают распространения патогена. Данный препарат еще бактерия в этом препарате в процессе своей жизнедеятельности выделяет индолилтриуксусную кислоту, которая является естественным стимулятором роста. За счет чего, применяя эти три препарата, мы получаем полностью фунгицидную защиту для растений. То есть первый препарат — мы снижаем патогенный фон в почве, вторым препаратом мы защищаем корневую систему и прикорневую зону, чтобы патогены из почвы не распространялись на растения. И третий препарат — это контактный фунгицид, которым мы защищаем вегетативную массу растений. Ну, так сказать, проблемы у нас только на болезнях растений не заканчиваются. У нас есть еще вредные насекомые, то есть вредители. Для борьбы с вредителями в линейке нашей компании есть препарат Bioslip BV. Этот препарат направлен на основное действие препарата направлено против чешуекрылых вредителей. Но по нашей практике у нас есть большие практики применения. Препарат работает не только против чешуекрылых, но также и против жесткокрылых. Все зависит от дозировок препарата и от кратности применений. То есть мы эффективно боремся и с колорадским жуком на картофеле, мы эффективно боремся с тлей, с трипсами. Препарат имеет эффективность против всего. Единственное, нужно увеличивать кратность обработок и дозировки. Механизм действия данного препарата – это грипп, кишечно-контактного действия препарат. То есть он, попадая на насекомое вредитель, либо на поверхность насекомого, либо внутрь, когда насекомое питается, прорастает, происходит заражение вредителей. Вредитель после этого погибает. Плюс этого препарата еще в том, что он имеет пролонгированное действие. То есть гриб, когда поражает насекомое, он прорастает через его поверхность и начинает перезаражать остальных насекомых. То есть гифы прорастают через поверхность насекомого и происходит перезаражение. До трех недель у нас сохраняется инсектицидный эффект. Эффективность. Еще хотел сказать о данном препарате, что он безопасен для энтомофагов и пчел, для человека, то есть опылители. Это очень востребовано. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу на них с удовольствием.